Урок 4. Поездка на Красную площадь. Утром мы с Дашей решили поехать погулять по Москве. Мой учитель русского языка много рассказывал нам о Красной площади. Учитель говорил, если вы первый раз в главном городе России, свое знакомство со столицей стоит начать с ее сердца, Красной площади. Поэтому мы сначала стали смотреть по карте в телефоне, как добраться туда. Лучше всего было ехать на метро. Красная площадь находится в самом центре города, и рядом с ней несколько станций метро. Охотный ряд, площадь Революции и Театральная. Недалеко от дома, где живет Даша, есть станция метро «Красные ворота». До нее мы дошли пешком. Чтобы ехать на метро, мы купили в кассе на станцию карточку с оплатой нескольких поездок. От станции «Красные ворота» нам нужно было доехать всего 3 остановки до станции «Охотный ряд». Поезда здесь ходят очень быстро, почти каждые 20 секунд. А людей очень много, особенно в час пик.